О, сколько нам открытий чудных готовят приключений дух. И опыт сын ошибок трудных, и Еврик путешествий друг, и Гарри Кинг мечты создатель. Ну что ж, всех тех, кто жив, здоров, красив и полон сил, приглашаю присоединиться к клубу любителей солнечной Турции, тех, кто ценит сервис, отличную кухню и отменный алкоголь. Прогуляться со мной по более чем достойному отелю Сиде Лио Ресорт, информацию пускай поверхностно, и озвучу личное мнение подробно об отеле скрины в конце ролика. Но. Прежде чем обозначить плюсы отеля, обозначу большой жирный минус. Первое. Отель находится в Дербенях на отшибе. Второе. Зоны променада как таковой. Мечта о прогулках с музыкой, фонарями вечером как таковой нет, абсолютно. Третье. Панорам, кайфовых, как в регионе Кемерчика, Бодрум, Фетхи и Мармарисе, нет даже в помине. Просто публика, приехав в деревню, бывает в шоке. Иногда, как в моем любимом фильме «Гайдая», не может быть. Жених олень только на свадьбе узнал, что невеста РСП с одним мальчиком и четырьмя девочками. Картина маслом. Так что так, господа хорошие, смотрите карты и трезво анализируйте, что вы хотите получить на отдыхе за свои кровно заработанные денежки. Ну что ж, поехали по отелю. Лио Ресорт, Сиде. Дата постройки 2021 год. Общая площадь 54 тысячи квадратных метров. 4 жилых здания, 5 этажей, лифты есть. Одно основное здание, 3 этажа. Всего номерной фонд насчитывает 379 номеров. Немало, но очень немного. Концепция лета 2024. Отель не размещает одиноких джентльменов. Курорт Манавгафт, район города Сиде. До аэропорта 48 километров. 13 километров до курортного центра Сиде. Позиционирует себя как первая линия, но до моря 300 метров. Пляж комфортный, песчано-галечный. 4 открытых бассейна. 2 бассейна с подогревом в холодное время года – это большой плюс. 1 крытый бассейн с подогревом. 5 водных горок для взрослых. 5 горок для детей, детские горки с подогревом в холодное время суток. То есть года – большой плюс. Wi-Fi бесплатно. Мини-клуб для детей с 4 до 12 лет. Часы работы с 10 до 18 и с 20 до 22. Спа-центр за денежки, хамам, сауна бесплатно, массажик за денежки, аренда велосипедов, мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис и пляжный волейбол – все бесплатно. Система питания ультра – все включено. Вегетарианское питание бесплатно. В концепцию включены напитки местного и импортного производства, а эстетам за напитки премиум-класса люкс, которые не входят в концепцию, придется цинкануть платиновой карточкой. То есть взимается дополнительная плата. Это как везде. Понимающие вопросы не задают. Особые запросы по питанию желающие могут получить эту услугу. Следует обратиться в отдел по работе с гостями. Отель новый, красивый, много разных дизайнерских решений. Выглядит отлично, не ухайдоканный. Быстрая работа ресепшн. К номерам претензий нету. Просторные, все начиная от сантехники и кончая бытовыми приборами, работает без нареканий. Как вначале я говорил, хоть отель и заявляет себя первой линией, до моря 300 метров. Между отелем и морем пустырь. Курсирует сервис-автобус. Кто без понтов, пешком, без напряга прогуляется по воздуху, по солнышку. Пляж, повторюсь, выше всех похвал. Как во всем отеле, там звучит приятная музыка. Настраивает на релакс. Очень-очень, ребята, крутой бар. Прекрасная мебель, вкусная еда. Всегда свободные места на пляже. Полотенца без ограничений. И на пляже, и у бассейнов брать можно самому. Хорошее качество. Прекрасная кофейня, заслуживает особого упоминания. Кофе вкусное, хорошее обслуживание. И хорошее оборудование. Трудно пройти мимо, не захватив стаканчик ароматного кофе. Неплохие рестораны. Как основной, так и а-ля карт. Вкусная еда. Очень приличное, разнообразное меню. Видно, не экономит, как в некоторых пятерках бюджет, но и не бюджетных. Хорошая кафешка в лобби. Вкусная выпечка, торты. Респект, повторюсь, поварам. Кондитерам, персоналу, менеджерам. Но директору, само собой. Мое личное мнение по отелю.
хороший персонал, свежий дизайнерский отель, прекрасный пляж, море, вкусная еда и отменные напитки. Отель достоин того, чтобы рассматривать его для своего отдыха. Хорошего дня и классного вечера. Привет из Питера. Искренне ваш Гарри Кинг.